Продолжаем программу. Состоялось заседание Кингяши Верхней Палаты Парламента. На нем было принято постановление о созыве 12-го пленарного заседания Сената Али Маджлиса Республики Узбекистан 5 февраля 2021 года. На пленарном заседании, которое пройдет в формате видеоконференц-связи, будет рассмотрен ряд вопросов. В их числе законы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства, об аудиторской деятельности, о внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, об установлении Дня дружбы народов. Кроме того, предусматривается обсуждение отчета Кабинета министров об исполнении в прошлом году госпрограммы по реализации стратегии действий по 5 приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, год развития науки, просвещения и цифровой экономики, а также результатов изучения и исполнения программ по социально-экономическому развитию и сокращению бедности Баяутского, Бустанского, Алатского, Туракурганского, Каршинского районов и города Катакурган в 2020-2022 годах. В фокусе внимания сенаторов будут и результаты парламентских запросов, направленных в Кабинет министров в связи с мерами, принимаемыми для развития научной деятельности, состояние исполнения законодательства по обеспечению безопасности населенных пунктов и экономических объектов, расположенных на горных и предгорных территориях страны, где существует опасность наводнений, сельвых потоков, оползней, а также другие вопросы.